Здравствуйте, снова Дов. Сегодня у нас One Touch, Alcatel, один из последних. И не работает у нас гнездо зарядки. Телефон не заряжается. Разбираем телефон. Под крышкой микро SD-карты. Снимаем шуруп. Далее с другой стороны. Еще один. Далее снимаем крышку. Чем-нибудь острым. Не царапая каркас. Сняли крышку. Это наше гнездо. Видно, что выломано. Стегиваем шлейф. Снимаем плату. Защитный скотч. Еще один болтик. Шлейф кнопок звука. Отстегиваем. Камера. Еще один разъем, по-моему, тачскрина. Кнопка включения, тут будьте внимательны, вот она у нас. Аккуратно отклеили. Антенный кабель стегнули, батарейку отстегиваем снизу, вибро звонок и достаем плату. Вот оно, наше гнездо. Снимаем горячим воздухом, включаем фен. Гореть целесообразно сверху. Thank you.
Баем флюс. Сняли. Проверим контакты. И ставим новый. Поставили по центру. Смотрите, чтобы основные контакты совпадали на плате с гнездом. Выровняли. Прихватили с одной стороны. И по порядку паяем все остальные ножки гнезда. Добавляйте флюса, если не цепляет. И далее основные контакты. Если у вас жало толстое, как у меня на моем паяльнике, можно сменить его на более тонкое, удобное. Потому что в данном случае я не могу подлезть. Можно поставить вот такое потоньше. Поменяли. Теперь спокойно можно припаять. Припаяли, проверили.
можно под микроскопом, у кого есть, можно таким образом. Собираем телефон. Виброзвонок. Кабель. Место. Батарейку. Камеру. Шлейф, кнопки звука, ничего не забывайте. Застегнули шлейф. Прикрутили. С этой стороны. Проверяем. Включаем зарядку. Зарядка пошла. Собираем телефон. Ставим крышку, закручиваем. Закручиваем плату. Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. До свидания.